Смирно! Для встречи слева! На кра! У! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. 77 лет назад бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина водрузили на Рейхстаге алое Знамя Победы над поверженным фашизмом. Сегодня почетное право нести флаг Российской Федерации и Знамя Победы предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сержантам Антону Михайлову и Дмитрию Монастыреву. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Валерий Золотухин и Геннадий Звонков.